только в такую мешанку. Так как у нас их очень много, нарезать отнимает много времени, поэтому пользуемся блендером и делаем такую вот кашу. То есть туда идут сливы, персики, абрикосы, там нектарин, груши, бананы в обязательном порядке. Скинки их очень любят. Все это сюда. Сейчас мы это немного потрясем, чтобы поместилось. Перепелиные яйца вареные, почти белкового корма. Как видите, мы их не чистим, потому что скорлупа это и есть кальций дополнительный. Сюда добавляем немного вискоса. Это примерно где-то на 25-30 центов. Вот в обязательном порядке добавляем пыльцу в качестве дополнительной витаминизации. Полезная. И вставляем еще кальция. Вот. Это карбонат кальция. И все это перемешиваем. Сейчас вот разложу вот эту, скажем так, кашку. Потом туда добавлю еще малину, виноград и еще немного вискоса. Вот такая вот порция. Даже сладкий перец сюда добавляем. Ну, и съедаемость кормов получается на порядок лучше. Также в рацион мы добавляем крупных насекомых, типа саранчи или крупного сверчка, и мышат. Здесь у нас вот такие вот очень редкие скинки, оксипиталисы, типа оксипиталис. У них немножко другой рацион, потому как они более насекомоядные, чем сцинкоид и сцинкоид.